что она слишком упоротая для нас. Ладно, всем привет. Это снова Кузлёныш. Ух. И в этой серии я постараюсь просто всеми силами добраться до того робота, который вот в том контейнере находится. Да, Козлёныш со мной согласен. Пусть это будет Козлёныш. Не коза, а Козлёныш. Ладно. Я знаю, здесь где-то джетпак лежит. Стой. На втором этаже, видимо. Видимо, на втором этаже. Разработчики обещают выпустить скоро патч, который пофиксит всякие неполадочки, которые можно встретить в этой игре. Так, где мой джетпак? Семёныч! Какого хре... Семёныч! Ты чё? Офигел вообще, в рабочее время. Семёныч. Так. Видимо, сюда. Оп. Так, выше, да? Вот! Тихо. Спокойно. Вот он, джетпак. Ух. Так, надо откалибровать. С этой прекрасной вещью я доберусь. Тихо, выключим. Уха! Привет. Я доберусь до этого роботика, доберусь обязательно. Эй ты ж. Можно опять сходить в козий замок. Но сначала роботик. Куда? Упоротая коза, куда ты? Козлёныш. Зачем мне спрыгать с крана на батут, когда у меня есть такой прекрасный джетпак? Единственное, я им управлять не умею. Ладно, но мы всемогучие, правильно? Всемогучие. Так, вот туда хочу. Тихо. Я все время забываю его отключать. В этом вся проблема. Ладно, попробуем с крана. Подождите, мне проще на самом деле вон туда наверх залезть. Ну как проще. Возможно. Не мешайтесь тут. Опять туда. Да вообще прям... Интересно, тут какой-нибудь rocket jump есть? Было бы забавно. Хоть. Отлично. Хоть.
полный набор, как интересно выглядит. То есть я знаю, где шлем добыть. Я знаю, где вот эту штучку для бейсбола достать. Что еще может быть? Ну вот джетпак, соответственно, да? Потом. Какие секреты вы скрыли, разработчики, в этой игре? Единственное, конечно, с управляемостью довольно сложно. Все-таки джойстиком. Да, видимо, ты меня один смотришь. Ничего страшного, я больше для себя эту серию записываю. Где роботик? Где мой роботик? Ниже, выше, выше. Так, сейчас мы аккуратненько. Аккуратненько, чтобы не потерять высоту. Так, опять. Я же говорил, не появляйся рядом с моей женщиной. Урод. Манаги, мана. Вот она покончила жизнь самоубийством. Так, как мне сюда забраться? Блин, а как я забирался на тот верх? С батута, что ли? Я боюсь, что я сейчас как подпрыгну на батуте, все себе переломаю нахрен. А на какой батут прыгать? Вот на этот, рядом с которым я стою? Так, время мы... Вот так можем замедлить. Тихо. Я могу так распрыгаться, кстати. Смотри в глаза. Включаем, летим, летим, ниже, 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 отключаем. Управляемость ни к черту. Двигатели отказали. Ай, нет. Тут тупик. Тут тупик. Так, а что у нас здесь, кстати? Ага. Еще один способ сдохнуть. Ладно. Так, я не понял, а что, через эту хрень нельзя пройти? Вот зараза. И что, мне теперь туда бежать? Надо понять, как этой хренью управлять. Потому что... Качество. Какое качество? Кстати, почему-то прошлый стрим выложился в качестве... Ух, ё, что это? В качестве 360 на YouTube. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что происходит? Я, видимо, нашел очередной баг в игре. Чё у меня так... Колбасит. Я пролез туда, куда нельзя было пролезать. Да, вот прошлую серию я перезаписываю. Перезаливаю, точнее, на YouTube. Но что-то как-то, по-моему... У-у-у-у.
вырубаем двигатели. Достичь звезд. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А мог бы жить. Такой красивый. Так, а кстати. Теперь же гораздо проще вот с этим делом. Включили движки. Вырубили движки. А теперь как остановиться? Экстренное торможение. Сос. Ну-ка, иди сюда. О, почти до робота долетел. Мог бы. Ладно, полезли на кран, короче. Хоть фигней страдать. Неудобно. Эй, застрева. О. Блин, 500 тысяч надо набрать очков. Даже отсюда на батут, а с батута... Ладно. А может все-таки с параплана? Просто замедление включить и с параплана нырнуть. Там он Васильевич, как обычно. Пинает. Ты че, Васильевич? У тебя жена заждалась. Домой. Так. Вот там вот, значит, да? А, подождите, батут-то вот там вообще. Тихо, тихо, тихо. Ни хрена не пойму, где батут. Я его своей жопой закрываю, походу, дела. А, вон он, снизу, ага. Так. Ну, я, правда, не уверен, что тут так получится. Вот он где-то здесь прям. Ладно, прыг-скок, потолок. Ага, хрена лысого, с крана нельзя спрыгнуть. Если только... Только откуда-то отсюда, наверное. Но тут, видишь, как до батута. Я не могу оттуда спрыгнуть на кран. На батут. Все-таки, мне кажется, надо с параплана прыгать. Отсюда до батута уже далеко. А до контейнера... Нельзя здесь сбоку спрыгнуть никак. Снизу? А, с той части. Ну ладно. О, я вижу дьявольское там красное свечение это. Чуть сразу не сказал, что снизу. Че я тут, блин, бегаю, ползаю? А, опять мимо. Где здесь спуск? Вот он. Одним словом, козлёныш. Я уверен, что у людей это получалось не с первой попытки. И у нас обязательно получится, тоже не с первой попытки, но получится. Так, отсюда. Значит... Собрались.
Так. Батут, 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 батут. Чуть-чуть, кажись, не долетаю до батута. Включаем двигатели. Включили, отключаем. Ай, Кыргызстан. Как бы тебя крутануть-то? Почему ими управлять нельзя? Опять мимо. Зато покрутиться можно. Ладно. А вот здесь вот эта статуэточка. Статуэточка, статуэточка. Как меня тогда швырнуло, я помню. Не слабо. Так, 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 успеть, успеть, успеть. Ох, вот это я мастер. Вот это я мастер. А! Боль. Боль. За что? Боль. Василич понимает. Куд нет. Только не туда. А. Василич. Ты же понимаешь меня. Всегда меня понимал. Ладно. Хоть статуэтку откуда-то добыли. Все-таки, мне кажется, параплан надо. Потому что с моим косоглазием примериться... Ой! Опять этот fuck the police. Здесь ничего нет. Ничего нет. Ничего нет. Здесь... А нам все равно. А нам все равно. Оу, 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 оу. Holy macaroni. Кстати, а ты знаешь, что бензин подорожал? Как опять? Говорит он. И все. Так, что-то я еще там подобрал, походу, дела. Помойте меня, тут мойка машин, помойте. А вот еще козленыш. Отлично. Сколько их надо, интересно, подобрать? Сколько их всего там есть? Что-то машина сгорела, он стоит на нее, смотрит, главное. На сгоревшую машину. Давай, грузовик. Так. Ух, ни хрена! Я не ожидал. Вот надо... О, видели? Вы видели? Вы видели? Лечу! 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 Тихо! Сука, робот спрыгнул! Вы видели это? Тихо, 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 тихо. Теперь как-нибудь... Нет! Ладно, сучонок, иди сюда. Где этот робот? Вот он. Куда? Куда он делся? Светочка, Света. Я тебя унесу с собой. Опять напилась, а? Ну, почему мне все время домой надо с корпоративов доставлять? Ладно, сделаем вид, что так все и было. Люди! Несчастье! Она еще жива! Она еще жива! Скорая, скорая! Куда робот делся, кто мне скажет? Куда делся робот? Он просто исчез.
Или эта сволочь наверху опять... Ой, простите. Простите за вид. Куда он делся? Эй. И тут тебе нет, и тут тебе нет. И тут тебе нет. Может, он в текстуры улетел? Блин, пипец. А с ним что-то можно было делать, интересно? Может, я стал бы каким-нибудь киборг-козлёныш? Термикозёл? Термокозёл? Понаставили тут своих. Так, мне надо с колоколом разобраться. С колоколом свободы. Робот просто так, ну хорошо, хрен с ним. Почему не могу позвонить в колокол? И упасть в эту хрень. Так, ладно, давайте попробуем еще разок туда. Оп. Так, 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 я уже научился джетпаком пользоваться, то есть чуть-чуть бжикнуть надо. Ну ты ж ты зараза, а? С какой стороны к этой хрени подойти? Привет, привет всем, кто присоединяется. У меня тут проблемы с колоколом. Не могу понять, как туда спуститься. Все-таки от него каким-то макаром надо избавиться. Ой, два крестоносца, этого ж я не знаю. Ну, в смысле, от начала до конца. Насколько сил хватит? Бу-бу. Так, попробуем повторить маневр. Наш великолепный. Как мне тогда повезло. Тихо! Перелет! Не такой маневр. Робот не вернулся, нет. Ты почти... Что ж ты за упоротый-то, козлёныш? Так, ладно. Взялись серьезно. Тебе сказал еще серьезней. Этот стол мне никогда не нравился. Ну, час 30 это просто пробежать. Надо же как-то вдумчиво, наверное, играть, нет? Нет, вдумчиво надо в Doom играть, ладно. Почти, нормально. Так, теперь че? Берем вот эту штуку. Включаем замедление. Тихо, тихо. Прыгаем. Летим. Чуть-чуть джетпака. Много джетпака. Очень много джетпака. Влетел в стену. Ладно. Живем. Живем. Хорошо. Наслаждаемся жизнью. Здесь ничего, кстати, не спрятано. Я уже вроде сюда забирался, да?
О! Опа-па. Опа-па. Unlocked feature got. Что-то я себя анлокнул. По мне вроде не видно. Слушайте, вообще, кто интересно, на крыше стройки стоят вот такие лавки, чтобы сидеть и смотреть не знаю, на заправку. В чем прикол? Так. Ща-ща-ща. Здесь ничего. Ничего. Ща как распрыгаемся. Ща как... Так, главное приметить правильное направление. Все выше и выше и выше. Перевешивать немножечко у нас джетпак. Хоп. Джетпак врубили, выключили. Летим. Хорошо летим. Тихо, не сглазить бы. Хреново летим. Очень хрен... Не в ту... Хьюстон, Хьюстон, Хьюстон. Вверх. Тяни вверх, роднуля, тяни... Вверх, тяни... Перевую козу я открыл. А я думал, фич это в смысле фичи, а не... Так, давайте ачивки посмотрим, что у меня за ачивки. Ой, нахрена я это открыл? Что-то я не вижу тут такой ачивки. Айда в замок. И мне очень интересно... Да, кстати, надо вот там еще на домике на этом. Давайте на домик тут запрыгнем. Света, Света, не донесли тебя, да? Ну ладно. А мне интересно, что делать с машиной, которая стоит на поле и написано «Козам сюда». Так, надо как-нибудь распрыгнуть. Вы видели, как Света взлетела? Ох, как лечу, ох, провода. Кстати, есть шанс вернуться живым. Сейчас как бы направить себя. Нужное место. Нет, уже не направлю. Уже не направлю. Хотя мог бы. Мог бы. Только не грузовик. Только не грузовик. Хоп. О, давайте через машины прыгать. Давай! Черт! Почти на 5-0. Грузовик. Хоп! Отпрыгнули. Ти-ти-ти-ти-ти. Сейчас он там в заносе вылетит. Давай. Хоп! Красиво. Блин, да что ж такое-то? Ладно, на это... можно попрыгать, там будет в поле.
Хоть. Ну что ж такое-то? То запрыгивает у него. Так. Замедлялочка. Птюф. Полетел. Высоко, высоко. Ну вы видели. Ну вы поняли. Ребята. Пошли нахрен отсюда. Строили, строили хрень какую-то с сосисками. С козьями, небось. А, смотрите, как она боится. Как это мило. Дайте лизну. Не тебя. Ай, ой, вот так, 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 так. И понес в пещеру, понес, понес. Черт, мужика почему-то понес. Добрый полет. А, сатанинскую козу, да, я знаю, только в чем фишка? То есть я туда зашел, в этот круг, получил ачивку, а что дальше? Сейчас давайте быстренько в этот, в замок сбегаем опять. А потом, а вы мне пока напишите, что там с сатанинской козой. Смотри, забор опять. Тырит забор. Козел. О, о. Так, так, так. А вот можно с ней познакомиться? Я могу с тобой познакомиться? Чего она осталась лежать-то? Не... Headbutt fence? Так, отправляемся в замок, короче. Давайте сейчас все фишки на себя наденем, которые знаем. Так, вот мы в зале. Бла-бла-бла, все козлы. Чё хочу, то и делаю. Я вообще тут крутой. Может быть, кстати, какую-нибудь ачивочку здесь еще можно получить. Все в сад. Блин. Так, вроде ничего тут не спрятано, да? Статуэточек нет. Ладно, получаем свой шлем-маску. Вот мы прекрасные маски. Ну, это костяная такая хрень, конечно. А, да. Перейдем за этой фигней. Че, му? Бе, а не му. Так, это взяли. И на ту кнопку. А какой стрелять? Я забыл. А, то есть она одновременно теперь, блин, и включает ранец, и стреляет из этой хрени. Ну, пойдемте в круг сатанинский. Что с ним сделать-то? А, 20 тысяч очков. О, кстати, камень можно было на эту пати пустить, кстати. Не подумал я совсем об этом. Ладно. Ти-ти-ти-ти-ти. А я думал, здесь что-то там произойдет. Что-то как... Не дало ничего. Пора ли, и все.
О, куда это я полез? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Может быть, здесь куда-то уйти можно, не? А, труп сюда принести. Понял. Сори, не сразу доперло. Хорошо. Сейчас жертвоприношения будут. Это мы всегда, пожалуйста. Это, пожалуйста. Это, пожалуйста. Это козлов или людей? Мне людей-то быстрее притащить, чем козлов. Так, что я за говно схватил? Я такую баночку схватил. Женщина подойдет? С сиськами. Много трупов, труп для бога трупа. Люсенька, Люсенька, дорогая, пойдем погуляем. Хочешь, я покажу тебе звезды? Иди ко мне, моя радость. Так, раз пять, раз шесть тебя. Я принес тебе жертву. Прими ее. Еще, наверное, надо, да? Может, она была недостаточно красивой для него. Пойдем еще закинуть. Может... Может, эта версия дьявола немного нестандартная, и ему женщины не нравятся? Тогда давай мужчину принесем тебе. Вот такого. Спортсмена-алкоголика. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Абибас. Ти-ти-ти-ти-ти. Хуть. Штук 5. О. Какой он алчный божок. Ай, застрял. Жалко, в охапку их нельзя брать никак. Ускоряемся! Черт, столбы понаставили. А здесь что, кстати? Может быть, статуэточка где-нибудь заныкалась? Не, не, не. О, о, черт! Я ж знал! Я ж знал, что все здесь... этим кончится. Все, хорош, хорош, успокойся. Успокойтесь. Дайте мне... Так, что-то, по-моему, глюк произошел какой-то с этим фейерверком. Вы слышите, он до сих пор ждит. Блин, заткнись уже, а? Как выключить эту хрень? Воды, мне надо потушить пожар. Черт, я с ума сойду от этого звука. Блин, мне нужен еще один фейерверк, видимо, чтобы закончить эту вакханалию. Где? Есть тут что-нибудь? Ладно, мужчина, пойдем, может быть... Дьявол поможет нам. Ты идешь? Или мне тебя силой тяну? Да, пакет шуршит, ага. Это очень сильно бьет по ушам, между прочим. Так. К
Кстати, в Москве погода просто ад. Какой-то снег выпал. Непонятный. Вообще, наверное, со стороны странно выглядит, когда козел тащит людей в неизвестном направлении куда-то в горы с джетпаком и в маске какой-то непонятной. Что-то какие-то звуки уже пошли непонятные там. Дьявольские. Слушайте, ну как этот фейерверк отключить долбанный? Мне что, заново начинать, что ли? Это невозможно просто. Это просто невозможно. Пойдем со мной, маленький. Так, ну что, пятый труп. О-о-о-о-о-о-о-о! Что происходит-то? Кровь для кровавой козы. Ритуал. Ну что-то 2000 дали они. Я с ума сойду от этого звука. Куда я улетел? Вы видите это место? Я не буду останавливать этот паноптикум. Вы посмотрите на эту хрень. Это просто мега угар какой-то. Что это? Это все проделки сатаны. Где я? Где я? А, вот он я. А, дорогие пассажиры, мы наблюдаем с высоты 200 тысяч километров, как коза приземляется куда-то. А! А чё ты прыгаешь? Может быть, они ту карту откроют, кстати. Ой! Ой! Текстуры, текст страшно. Все, игра сломалась. Это просто жесть, я ничего не могу сделать. Я куда-то падаю в какую-то текстуру и... Это пипец. О! Так. Звук прекратился. Смотрите, коза пропала. Остались только вот эти члены, так сказать. А, сделать я... Ой-ой-ой. Слушайте, эта игра, видимо, специально для меня сделана, потому что я люблю ломать... подобные вещи. Дорогие разработчики, если вы видите, вы, конечно, меня не понимаете, потому что вы американцы, но учтите, что вот с вашей игрой можно вот такое сделать. Так, давайте респаун делаем все-таки. Но, блин, только я все потерял теперь. Так, что еще здесь можно сделать прикольного? Скажите мне. Можно прыгать через заборчик. Хыть.
Что-то тройной только бонус. Ну, так неинтересно. Надо все-таки, наверное, разобраться с той машиной. Я знаю, что там делать. Я знаю, что там делать. Если там написано «Коз туда», соответственно, берем козу. Ща-ща-ща, я попытаюсь туда принести козу. О, что такое? Круги на поле. Что это за хрень? Ой. Ой, что произошло? Слушайте, это прям для фильма такое. Раннее утро, две козы валяются в сене. Так. Че за хрень? Комбо, комбо, вомбо, комбо. Я тоже хочу. Ладно. Пойдем со мной. Идешь? Идет. Куда денется? Так, сюда ее нельзя. Ее надо вот сюда. Походу. Или сверху кинуть. Ну, сверху, блин, я хрен закинул вообще, да? Да, никак. Ладно, пойду тогда. Пойду, действительно. Ухвачусь языком за машину. Чем еще козе заниматься? Козленышу. Еще бы так ухватиться, чтобы меня не сбило эта хрень. Эй, не успел. Ага, ага. Эй, опять не успел. Почти. Хорошо. Да что ж ты будешь делать? Так, ну-ка, чуть-чуть ближе. Поздно, что ли? Так, правее. Слушайте, а он не лижет. Ладно, замедлим. Почти. Он как-то оторвал бошку от него. Еще разок. Да блин. Ладно, ну ускорим. Давай, конечно, давай. О! Черт. Зря цепился, наверное. Давай, давай, давай. Эх. Ух. Их. Ма. Почти, смотри, на водительское сиденье метит. Оу, за колесо замотало. Ой-ой-ой-ой. Слушайте, а эту игру не запретят за жестокое обращение с животными? Гринпис какой-нибудь. Хорош. А вы чё ржёте?
Я думаю... Понятно. Эту машину как-нибудь можно остановить? Ай! Немножко не так. Давай. Хуа! Да. Jump over car. Вперед. Навстречу судьбе. Хач. А что, не посчиталось, что ли? А, посчиталось. Хач. Не посчиталось. Ладно. Тепличка. Все поломалось. Ты ж... О! Что еще здесь прикольного можно поделать? Надо как-то 500 тысяч очков набрать. Где я еще не был? Где я еще не был? О! Так, еще одна. Как туда попасть? С другой стороны, видимо. Ага. Отлично. Понятно, здесь никто не откроет. Так, я... А я сам по этой беговой дорожке же прыгал. Ну как прыгал? Улетал с ней. Блин, да что ж такое-то? Им, конечно, с текстурами надо что-то придумать, потому что, блин, такие улеты в текстуры... Несерьезно. Так, лестница, кудесница. Отсюда, по-моему, я уже куда-то залезал. Ой. Сюда нельзя залезть, хорошо? Кстати, кофейня. Прикольная кофейня. Почему меня сюда никто никогда не приглашал? О, опять эти дорогие наши создатели сидят. Идите погуляйте. Чего вы все в здании сидите? Идите, идите, погуляйте. Я вам разрешаю. Ты ж... Застрял. Чуть-чуть. Потом еще в это... В Flappy Bird можно поиграть, я вот помню. Вот здесь, около... Не знаю, здесь, не здесь. Да, здесь. Только я не успеваю. Блин. Может, R все-таки попробовать? О, блин. Ну, это нереально просто, по-моему. Ну, если... Ты чё, зараза? Он вообще цепляет просто. Я даже первой лестницы пройти не могу. О, прошел. Не, не хочу больше.
Так, что у нас тут еще? Здесь ничего. Офис. Интересно, у них прямо так все и есть. Здесь был я. Вот по лестнице, если здесь забраться наверх, может что-то тоже есть. Блин, а сюда никак. Здесь я был. Зря я ящик скинул, да? Потому что там что-то есть. Вон там статуэтка стоит, а я ящик скинул. Стой, иди сюда. Ну иди ко мне. Иди ко мне. Иди, мой хороший. Иди сюда. Ну блин. Ну что за фигня? Зацепился за лестницу. Ну что такое? Ну давай, давай. Давай, тянись. 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 Давай, 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 давай. Ты можешь. Я верю в тебя, мой хороший. Тихо, 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 тихо. Чуть-чуть сюда, сюда, сюда. А, в принципе, может тебя положить, наверное, да? Или чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть давай. Ты почему ты его туда-то двигаешь? Хорошо. Тихо. По-дурацки все как-то. Не бодаем, не бодаем, хорош. Очень прыгливая коза, так сказать. Наконец. Какую-то хрень нашел. Что это такое? Непонятно. Так, еще одну статуэточку нашли. Куда мы полетим, если... прыгнем на эти вентиля. О, смотрите, какой комбо замутить можно. Батут, батут. Бат... ну, почти, кстати. То есть, с батута на батут и туда. Неплохо цепанулся. Как же все-таки мне колокол этот убрать? Кто бы помог, а? Кто бы подсказал? Вот главное, почти туда влезая, но вот чуть-чуть не хватает, и он явно мешает. Чем-то его оттуда... Слушайте, а может вот это, когда я стану дьявольской козой, я смогу его... там, я не знаю, дыханием расплавить или еще что. Надо попробовать, потому что с этим... со шлемом я пробовал. Пойдем со мной. Со шлемом я пробовал, с этой стрелялкой машины я пробовал. С джетпаком я, соответственно, тоже пробовал. И остается... как мы с тобой катимся прекрасно. Мы просто созданы друг для друга. Ой. Все нормально. Так, сейчас еще одну жертву. Точнее, еще 5 жертв принесем.
И тогда проверим дыхание козлиное. Потому что он там явно что-то выдыхал, у него какие-то рога там дьявольские появились. На трамплине, который рядом с бассейном, есть еще статуэтка. Я отвлекся, что-то вот не туда пришел. Рядом с бассейном. Хорошо, посмотрю. Что-то я тут лежу. Что-то я полезал, непонятно. А, тут труп козла, что ли, какой-то? Непонятно. Ладно. Так, мне нужны люди. Мне нужны люди. Так, ты пойдешь со мной. Почему стул? Я недоволен. Красавица с востока, луналикая была. Хоп. Та-та, да-та-та-та. Вы пока поотдыхайте тут. Куда она ему руку положила, вы видите? Что за пошлая страна? Что за пошлые манеры, а? О! Вот это ты удачно тут улегся. Ты мне нужен. Так. Все в центр. Ну, куда ты? Я же тебя отпустил. Может быть, здесь тоже какая-то стрелочка, не? Спряталась. Вроде нет ничего. А если кост туда накидать? А, по-моему, в прошлый раз я кост кидал, да. Я когда стрелял из этой штуки, падали козы, но ничего толком не произошло. Так, это что такое здесь? Еще один друг лежит, или что это такое за ключ? А, это коза лежит. Окей. Окей. Куда я пошел? Непонятно. Хыч. Хыч. Это ты у меня между копыт застряла, подруга. Дней моих суровых. Голубка дряхлая моя. Так, и последний. Кто это будет? Где, где? Где? Где жертва? Где? Кто? Ну? Кто-то из митингующих? Вот этот с плакатом подойдет. А, вот это, точнее. Она даже с плакатом пойдет сюда. Хорошо. А что у тебя на плакате написано? Стой. Но пенис, простите, shaped food. Я даже, знаете, не хочу переводить, что это означает. Пусть каждый для себя переведет это. Ничего-ничего, ей будет полезно приобщиться к сатане.
Давайте. Я принес тебе жертву. Ну. Ой, а тут столько трупов раскидано. Может, они юзаны, их нельзя использовать? Надо только чистые души. Ну. Ну что происходит? Прими. Прими эти глупые создания. Блин, походу дело надо еще бежать. За чистыми душами. Потому что эти явно юзанные. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Щит подобрал. Чуть-ч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 уть. Вот в красном. Обязательно помогут, это был рестарт, потому что респаун. СМЕРШ все слетело, все эти умения. Только нечестно тогда, что мне рестартнуть надо все это. В противном случае не должно было ничего сбрасываться. Вот я тебе красного Адидаса принес. Да слезьте с меня. Услышьте меня. Кости, кости. Ну. Вам мало? Вам мало жертв? Вот написано, лизать козу. А где тут коза, я не вижу вообще. Может быть, здесь что-то есть наверху? Нет? Ой, ой. Блин, да это несправедливо, я считаю. Ладно, пойдем статуэтку брать. На эту штуку можно запрыгнуть? Рядом с батутом статуэтка. Где? Где? Бассейн? Батут? Не вижу. Что-то меня как-то плохо стало слушаться, коза. Или этот джойстик плохо слушается? Чуть-чуть, чуть-чуть. Куда ты? Что за бред? Почему я не могу сюда залезть? О, могу. Ну и где статуэтка? В нее? Куда в нее? Где башня? Я на трамплин залез. Как можно в нее залезть?
А я в первой части, по-моему, подобрал ее. Я ж сюда залезал с самого начала. Ну чё, ничего интересного больше тут нет, что ли? Все фишечки попробовали. Блин, с этим, с дьяволом не разобрался особо. Так, что здесь осталось? Лесенка, кудесенка. Сюда залезли. Сюда. Так, там что-нибудь есть? Есть кто дома? А мы зайдем. Здесь я был, по-моему. Вот это я так и не понял, что это за шлем такое. Волкер статуя какая-то. Не знаю, что за волкер статуя. Да, симулятор камня, слышал, такая игра офигенная. Надо в нее бы, наверное, постримить несколько часов. О, еще одна стоечка, отлично. Так, надо вылезти в окошко и тогда. На те эти залезть. Куда я мог прилететь? Понятно. А! Так нечестно. Я ж прыгнул. Блин, видимо, батарейки садятся в джойстике. Понятно. Хотя вроде не садятся. Да что ж ты делаешь со мной, негодник? Так, чтобы... Ну вот сюда нам надо каким-то макаром запрыгнуть. У меня не получается это никак. Я не такой профессионал, как может показаться с первого взгляда. Отлично, зацепился непонятно чем. Так. Опять эти провода. Надо какую-то, видимо... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Чуть-чуть совсем, да? Не долетел. Какое-то определенное расстояние выбирать. С какого запрыгивать на эту штуку. И тогда будет хорошо. Блин, 5 провод. А уже 93 тысячи набрали из 500 необходимых. Что ж ты застреваешь-то все?
Так, давай так попробуем. Опять недолет. Еще больше надо брать разгон, да? Может вообще с краю прыгнуть прям? Вот отсюда. Блин. Опять провод помешал. StarCraft не нравится. Тут как-то не прижился он в моей голове. Ай! Блин! Мои жалкие попытки. Может, есть способ проще какой-то, конечно, но для нас. Да что ж ты все тут застреваешь, ты промеж? О! Офигеть. На суке повисло. В StarCraft'е типа Слендермена? Что это такое? Это стратегия обычная. О! Да блин, сколько можно-то? Прям вообще чуть-чуть. Какой разгон тебе брать надо? Зараза все. А прям вот Децла не хватает. Совсем Децла не хватает. Мод козу надо сделать со слендер модом. Да что же я творю-то? Слушайте, ну почти. Почти долетаю. Но это не считается, что... Тут, наверное, джетпак все-таки помог бы хорошенько. Буквально долететь копеечку эту нехватающую. Вот, блин, вот так вот четко бьюсь о провод вообще. А, ладно, в другую. По это также не могу залезть. Если лестницу подставить сюда каким-нибудь макаром. Или вот этот ящик, например, или ящик никак. Лестницу, если, например, не? А, не тащится, да? Вот так, можно надрючить очки себе. Но это очень долго придется дрючить. Так, еще раз я отправляюсь в свой замок. Где меня любят и уважают. И преклоняются.
Прям четко. Четко об провод. И нет нам покоя. Зараза, издеваешься надо мной, да, видимо? Тут ты жопа. Я был там. Не знаю, по поводу Диабло на месте решим, я думаю. Как же так не получилось-то, а? Прям вот чуть-чуть. Короче, на самый край надо прыгать, и тогда получится. Да, по усам текло, а в рот не попало. Потому что все на бороду попало. Вот это перелет теперь. Это что-то новенькое. Что за палка? Я кусок дома отломал там верхнего. Даже смешно уже становится, когда что-то не получается просто. Издевалочка! Все, короче. Пошел я в замок. Тут уже все спят. А, слушайте, после рестарта, респауна, точнее, ни хрена не работает. То, что было раньше, понятно. Да. Как выбраться теперь отсюда? О, вылез. Теперь понятно, почему дьявол не принял мою жертву. Катим бочечку, катим бочечку. Может, все-таки мне кто-то расскажет, что делать вот с этой хренью? Накрыть ее можно этой бочкой? Накрыл. Накрыл. Мне кажется, что-то с этой хренью сделать можно. Что это? Бекон какой-то написано, но... Е какое-то странное достаточно. Так, а может пойти туда, откуда это пришло? Ага. Так, что это? Что-то меня крутит тоже. И все, да? Только два вот этих круга. Там с этой штучкой, тут без этой.
О. Ну, сортир я нашел, да, который можно разломать. Но это я уже ломал. Интересно. Туда вверх, по-моему, ходил тоже. Там ничего интересного нет. Там за карту уже уйти нельзя. А, ушел. Второй бекон найти? Кстати. Я даже, по-моему, знаю, где он. Он в доме там. Рядом с теплицей, который. Да-да-да. Одинаково мыслим. Вот он. Тихо-тихо-тихо. Ну-ка, иди сюда. Понесли. Побежали. Хе-хе-хе. Вот это я не глянул, куда бежал. Такая, блин. Козлиная довольная морда. Так. Оп. Положил. И. И что должно произойти? Ну, меня колбасит, если я лежу эту штуку. Вау. О! О! Заберите меня отсюда, заберите! Да! It's a trap! Ловушка! Я в космосе! Что-то я сру, что ли? Я не понимаю, мне страшно, типа... И что делать? Что это такое летит? Что это за хрень? Ускоряюсь. Это труп астронавта или что? Что это такое? Это пугало какое-то. Космическое. Нет, это... Это космонавт, действительно. И что мне с тобой делать, космонавт? Видимо, ничего, да? Ой, он меня обнимает. Со мной странное делать. Может, на Луну? Повоем на Луну. Или он к метеориту. Что-то они только не двигаются в мою сторону. Вот астронавт двигался. А... А Земли, кстати... А, у Земля. Точно. Ой, ой. Меня отпустило, по ходу дела. Фу.
Это было жестко. Это было жестко, скажу я вам. Ладно, давайте на этом все-таки закончим. Несколько секретиков мы открыли. Это прикольно. Мне это нравится. Не бесцельно проведенное время все-таки было. Вот. Может быть, в следующей серии что-то другое откроем. Ой. Ну а на этом давайте заканчивать. Спасибо всем, кто был со мной. До новых встреч. Всем пока.